На сегодняшний день, сегодняшние занятия, которые проходят, курсанты исполняют разные задачи, которые поставлены перед ними. К примеру, одно подразделение это будет играть элемента боевого патруля, который будет поставлена задача сделать рекогносцировку на районы. Они делают рекогносцировку зоны, рекогносцировку района, исходя от тех учений, которые, упражнений, которые они проходили. И будут планировать засаду. Засада будет состоять, будет две засады, это планируемая засада и непланируемая засада. Будут участвовать основные элементы управления, элемент безопасности, элемент поддержки. Мы исполнить все эти стандартные оперативные процедуры, которые они изучали за это время, и после чего они переходят на следующий этап, следующая фаза, это рейд. Во время рейда уже внутри курсанты поменяются ролями. Те, кто были командирами, сейчас станут командирами отделений, командирами взводов, командиром огневых групп. И чтобы поменяться ролями, почувствовать, как можно управлять подразделениями. И только они прошли теоретическую часть, и одновременно сейчас будут проходить это, исполнять, приводить в реальности на практике. Ебаный в рот.